Всем привет, вы на канале Шарарама. Все мы смотрели мультфильм «Смешарики», и у каждого из нас есть любимые персонажи. У смешариков, так же как и у нас с вами, есть дни рождения. В Шарараме их обычно никогда не отмечали, потому что мало кто знал точные даты. Однако в последнее время в Шарараме все чаще и чаще стали проводиться акции, посвященные дням рождения смешариков. В этом видео мы с вами узнаем дни рождения каких смешариков отмечали в Шарараме, а кого оставили в стороне. Важно добавить, что за эти годы в Шарараме появилось множество новых персонажей, таких как Босс Бабос, Элис и другие. О днях рождения этих персонажей мы расскажем в одном из следующих видео, потому что они стали неотъемлемой частью истории. Первый день рождения в году, 14 февраля, принадлежит ежику. День рождения ежика впервые отпраздновали в Шарараме совсем недавно, в прошлом месяце нынешнего 2022 года. По случаю праздника в Шарараме проводилась акция распродажа с различными предметами, связанными с ежиком. В их число вошли предметы в домик, фон, магия, спутник и бесплатная шапка для всех желающих. 3 марта день рождения отмечает Каркарыч. Аналогично дню рождения ежика, праздник впервые был отмечен Шарарамом в 2022 году, в первую неделю марта. В честь дня рождения в игру добавили распродажу, состоявшую из разных вещей. Предметов домик, фона, магии, домика Карыча и бесплатного розового пуховика. Следующий день рождения Бараша, 29 апреля. В Шарараме был отпразднован лишь однажды, в 2018 году, в виде распродажи, которая по большей части состояла из предметов домик, статуи, воздушных шариков, камина и портрета Нюши, а также бесплатного фона в качестве подарка от именинника. Плавно переносимся на осень и сразу день рождения Савонии, 15 сентября, который праздновали в Шарараме целых два раза, в 2018 и 2021 годах. Оба раза праздник сопровождался распродажей, но с разным ассортиментом. В 2018 году в состав распродажи вошли фон, фитнес-домик, костюм сова, лыжи, шоу Савонии в клуб и бесплатная шапочка Савонии. В 2021 костюм сова выдавали бесплатно, а некоторые предметы сменились на домик Савонии, магию Савония и фитнес-браслет. Второй осенний и последний день рождения принадлежит Копатычу и приходится на 8 октября. Подобно дню рождения Савуни отмечался в Шарараме два раза, в 2019 и 2021 годах выходом новой распродажи. Обе распродажи оказались практически идентичными с парой отличий. Распродажи обоих лет включили в себя магию Копатыч, противогаз, портрет Копатыча и статую. Отличались они фонами и бесплатным подарком. В первой распродаже подарком именинника была шляпа Копатыча, а во второй – кепка Копатыча. Мы рассказали только о пяти смешариках, их днях рождения и о том, как их праздновали. Однако мы пропустили Лосяша, Биби, Нюшу, Пина и Кроша. К сожалению, дни рождения этих смешариков до сих пор не праздновали в Шарараме. Однако нам известно, что день рождения у Лосяша 25 мая, у Биби 10 июня, у Нюши 13 июля, у Пина 9 августа, а у Кроша 29 декабря. Может, в 2022 году дни рождения пропущенных смешариков не останутся в стороне? На этом основная тема данного ролика подходит к концу, а это значит, что самое время огласить результаты последнего конкурса в группе ВК, в котором мы разыгрывали диадему мечты. Победителей вы можете видеть на своих экранах. Подарок будет отправлен совсем скоро. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся.